Футбольное поле, теннисные корты и нават одиная в городе трасса для экстремальных велогонок. У Минску сегодня открыли мультистадион. Знаходится он на территории 55-й средней школы и является самым великим у столицы по количеству спортивных напрямков. Керавництво города особисто оценило новую спортивную пляцовку. Откровенно хочу сказать, что я впервые вижу вот стадион такого масштабного наполнения. Здесь все практические виды спорта представлены, даже экстремальные. Прирастать такими школьными стадионами, которые одновременно будут являться и стадионами для массового посещения всех жителей этого микрорайона, вот эта задача для города Минска вполне посильная. В городе выстроена определенная идеология, что все школьные стадионы и школьные объекты, будь то бассейн, либо там какие-то спортивные площадки, это центр спортивной социокультурной деятельности микрорайона. То есть мы ведем разговоры о том, что здесь не просто должен проходить один образовательный процесс, здесь должны работать секции, кружки, здесь должны создаваться условия для семейного занятия спортом. Нагадаю, гэта другі спартыўны аб'ект такога маштабу, які адкрыўся ў чэрвені. Раней цэнтр з пляцоўкамі для папулярных відаў спорту запрацаваў у дзіцячым лагеры «Лідар».